Почти 54 тысячи учащихся получили помощь перед началом учебного года в Шымкенте. Их родителям перечислили финансовую помощь на одежду и канцтовары. Средства на это выделили из бюджета. Больше 2 миллиардов 209 миллионов тенге распределили среди детей из социально уязвимых слоев. Сейчас в мегаполисе, как и по всей стране, горячая пора подготовки к новому учебному году. В этом году Шымкенту впервые удалось ликвидировать трехсменное обучение. В управлении образования заявили, к 1 сентября учебные заведения готовы. Там провели косметические и капитальные ремонты. Вот только ученикам 66-й школы придется временно перейти в другие здания. Там ремонт по графику должен завершиться в декабре. 53 893 ученика получили помощь по 41 тысячи тенге. У нас остались еще несколько категорий учащихся, кто также может рассчитывать на финансовую поддержку. И они ее получат. В этом году перечисления делаем раньше, чем обычно. С июля начали перечислять на счета родителей.